Наша служба, как известно, и опасна, и трудна. Если кто такой, с кем-то раз пошли на дело, значит, мы засадим, даже и фуражка не видна. Злоумышленника много, но я буду смелым. Товарищ гражданин, предъяви документ. Ну почему же ты меня называешь? Нет, я корректен, обаятелен и вежлив с тобой. Не груби, не хами, ты не рискуй с собой. Товарищ полковник, разрешите доложить, задание выполнено. Будем жить! А вот и нарушение! По делам документ! Ты кто, шпион? Или чей-то агент? Ах, вот в чем дело! Вот уж много лет! Ты плохой семьянин, ты не платил алимент! Руки вверх! Стреляю! Стой! Гражданин, вы задержанный, пройдемте со мной! А ну-ка, гражданин, сдайте нож и револьвер! Я милиционер! Я всем детям пример! Товарищ полковник, разрешите доложить, задание выполнено! Стоять, не двигаться! В натуре кочумай! Чисто по приколу, пацаны, налетай! Товарищ полковник, разрешите доложить, задание выполнено. Будем жить! Наших экстренных мер. Старушки успокоились и спит пионер. На посту всегда наш милиционер.